U top trenera, kak ja, doma je ta komanda bez problemov. Vi igrajte u eto vrijeme, vi igrajte Ligu čempionov. Sratarja, Dinamo Zagreb, City. Pa stavio Guilherme na varota. Dumao među njim i Hartom, s katorim igrao u Manchester City-u. Rešio što Guilherme bude tu moje komande, pa tom što s njim se gda prekrasno. Odlični vratar, super igrati na gami i to je važno za stil moje komande. Справа поставим Кайл Вокера. Сейчас игрок Ман Сити, быстрый, все знают о нем. Играли в Тоттенхэму и просто отличный игрок. Правый центральный это будет Ледли Кинг из Тоттенхэма. Просто один из лучших центральных для меня. Второй центральный, левый, опять игрок Тоттенхэма. Джонатан Вудгейт, который прекрасно играл в паре с Ледли Кингом. Бывший игрок Реал Мадрида и все, и сборной Англии. Просто топ игрок. Слева опять бывший игрок Тоттенхэма. Он в мое время играл левого защитника. Это Гаррет Бейл. Два опорна. Бывший игрок Локомотива, Диара. О нем могу сказать, что это один из лучших опорник игроков, с которым я играл. Рядом него будет Лука Модрич, с которым я играл в Динамо Загреб и в Тоттенхэму. Просто, что о нем говорить. Топ-топ игрок. Правый полузащитник будет Эрон Леннон. В это время, когда я был в Тоттенхэму, может быть, один из лучших полузащитников лиги. Быстрый, техничный. Левый будет мой хороший друг и игрок, бывший игрок Ман Сити, Мартин Петров, как и Леннон. Быстрый, прекрасная левая нога, отличный удар, техничный, все просто. Под нападающим будет Лёша Миранчук, один игрок Локомотива. Не потому, что я думаю, что надо кого-то поставить из Локомотива, но просто Лёшу уважаю. Первый раз видел на тренировке, уже видели, что он большой талант. И я думаю, он скоро будет играть в большом клубе. Не скажу, что Локомотив не большой клуб, но думаю о Лёше, что просто отличный игрок, все имеют и может играть в любом клубе мира. И нападающий будет Эдуардо, с которым я играл в Динамо Загреб, бывший игрок Арсенала. До травмы для меня один из лучших нападающих Европы. Каждый момент один на один забивал без проблем. И о нем говорит все голи, которые забил в чемпионату Хорватии, в Арсеналу, для сборной Хорватии. Топ игрок,